Привет, это канал I Like Pet. Я Таня. Бельгийский грифон, брюссельский грифон, пти-брабансон. Все эти породы относятся к группе малых бельгийских собак. В этом выпуске мы будем разбираться, каковы же их отличия. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Малые бельгийские собаки – животные, насчет которых у кинологов в разных странах нет единого мнения. Одни воспринимают каждую собаку за отдельную породу, другие считают всех трех животных разновидностями одной породы. При всем разнообразии мнений об этих собаках, с одним фактом насчет них соглашаются абсолютно все. Малые бельгийские собаки имеют как похожие черты, так и свои отличия. Давайте разберемся, чем же друг от друга отличаются бельгийский грифон, брюссельский грифон и пти-брабансон. Шерсть. Первое отличие между малыми бельгийскими собаками. У брюссельского и бельгийского грифона густая двойная шерсть средней длины. У них мягкий густой подшерсток, жесткая и волнистая верхняя рубашка. А вот пти-брабансоны – обладатели короткой прямой блестящей шерсти. Согласно стандарту, ее длина не должна превышать 2 см. Окрас. Второе отличие. Для бельгийских грифонов характерно три окраса – черный, черный с подпалинами и черно-коричневый. Брюссельские же грифоны, в свою очередь, бывают только рыжевато-коричневого окраса. При этом стандартом у них допускается черный цвет на усах, бороде и бровях. Что касается пти-брабансонов, то они могут быть черными, черно-подпалыми и рыжевато-коричневыми. Характер линьки – третье отличие. Пти-брабансоны по сравнению со своими жесткошерстными собратьями линяют больше и чаще. Шерсть у них в период линьки не отделяется вся одновременно. Отделение происходит постепенно, участок за участком, неделя за неделей. Поэтому процесс линьки у пти-брабансонов занимает много времени. У брюссельских и бельгийских же грифонов линька выражена плохо. Этих собак специалисты относят к гипоаллергенам. Уход. Четвертое отличие. За брюссельским и бельгийским грифоном сложнее ухаживать, чем за пти-брабансоном. Эти собаки с жесткой шерстью нуждаются в регулярном триминге и частом расчесывании. Пти-брабансону постоянное расчесывание и триминг не нужны, однако его необходимо протирать влажным полотенцем каждую неделю, чтобы процесс выпадения волос во время линьки не был сильно заметен. Пти-брабансон, брюссельский и бельгийский грифон. Эти собаки хоть и относятся к одной группе, все-таки имеют индивидуальные черты. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!